Банк ядерного топлива, который появится в Казахстане в следующем году, чисто политический проект. Такое заявление сделал сегодня председатель агентства по атомной энергии Тимур Жантекин. По его словам, юридически ядерное кладбище будет принадлежать международной организации МАГАТЭ. Но Казахстан таким способом укрепит свой статус мирной страны. Напомню, 60 тонн ядерных отходов будут располагаться на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске. Идея принадлежит президенту Назарбаеву. Это не коммерческий проект. То есть вот что даст, там завтра 5 рублей положили, 10 рублей получили, такого не будет. То есть это проект, который чисто политически, можно сказать. То есть мы же за мир, за дружбу. Мы не хотим, чтобы как бы завтра разродилась ядерная война какая-нибудь. Да? Вот поэтому мы боремся за укрепление режима нераспространения ядерного оружия.